Нихуя письки за 30 рублей. Мне кажется, плохое. Помянь! Извините меня, я вынужден на секунду отвлечься ради интеллектуального произведения искусства. Жизнь хитрая штука, еще не доев педигри, ты уже хочешь срать. Что общего? Смешно. Если волк... Да. Спасибо. Если волк дышит, то волк живой. Если волк не дышит, умер волк. Что общего между пчелой и инвалидом? Так, я не знаю. Жалко. Блин. Мы уже настолько психологически, знаешь, в отчаянии, что мы смеемся над всем. Ауф, просто пикча, ауф. Я, пожалуй, ее себе сохраню. Прикол. Прикол. Рофл реально прикол. Ауф. А, шутка! Ужасно, когда в жопу рвут именно те люди, которые когда-то зашивали на ней раны. Что? Даже пыль. Если волк воет, значит, он воспроизводит звук. Это фраза на уровне из «Доктора Кто?» «Я поглощаю влагу». Из этого разряда. Сынок, отстань, я поглощаю влагу. Я помню эту фразу, я долго с ней орал. Капец. Капец. Так, классная интонация, мне нравится. Ну и шутки. О, идеально вписался. Мы с дедом залазим в пещеру к волку. Волк кусает деда. Я съедаю деда, волк шиза. Запомните, твари. А то забудете. D равно b квадрат минус 4 ац. Ву, дискриминант! Ой. Ауф, реально. Я, пожалуй, это на экран помещу. Гелем гелем на волке. Да у меня это жопа компьютер вообще. Жопа компьютер. Жопа выключил компьютер. А, я стакан забыл держать, он же левитирует у меня. Монтаж. Монтаж. Реально. У меня рука затекла, я буду делать так, типа, у меня сила мысли держит стакан. Все, стакан держится. Что ты говоришь, Квантур? Я читаю цитаты волка, ты что-то мне говоришь. Как ты посмел? Я с другом говорю. Ну, заткни друга! Я отключусь. Ну, отключайся! Парацы, блин, говорит. Кто я? Шкура? Нет, волк, биб, ебать, овец стыдно, а волков страшно. Кто прочитал, тот выступал в цирке. Фак. Рожденный волком, волком не будет, друзей не будет, ебу волков. Руслан. Новый пароль слабый, новый пароль. А, это... Да, Руслан. Когда захотите ебать меня в глаза, имейте смелость сказать мне ауф. Лучше 5 сантиметров спереди, чем 20 сзади. Взгляни на глаза своему хуебесу и скажи, я ебал тебя. Если волк съел ТикТок, это значит, что он говноед. Блин. Долгая шутка доходит, да? Хороший каламбур. На застолье Новый год, знаешь. У нас, кстати, Новый год сегодня. Поздравим. Лучше коронавирус, чем очко на минус. Пусть лучше жопа съест трусы, чем трусы съедят жопу. Может, безумное, можно съесть жопу. Дальше пикчить. Запомните, твари. Потом напомните. Обидеть меня расплюнуть. Ой, сейчас, подождите. Я должен это на экран поместить. Да, видишь, как моя, так сказать, авторская смекалка смогла спасти неудавшийся конкурс. Блять. Сильно? Потом идет вопрос. Я это добавлю, пожалуй. О прошлом не нужно сожалеть, нужно лишь выучить уроки. Завтра в школу, пиздец. Что? Да, нормально, жизненно. Кроме, ну, не для Дертмарина, да. Нормально. Тихо. О, стакан все еще левитирует. Санс, на, попей. О, я на Санс поставлю.
Ну, три тебя есть два волка. Один пидор, а другой пидор. Ты пидор. Такого панчлана я не ожидал. Я, знаешь, типа, еще промотал картинку наполовину, и, типа, последнюю фразу мне не видно. И я допроматываю, и панчлайн так резко наступает к моему мозгу. Я такой, блин, смешно. Я думаю, что Алексей из Украины. А как ты думал, так и есть? У меня реально начинается какой-то трэш, расслоение мозжечка. Я не могу больше это терпеть. Это лютая кал. Я поздравляю вас всех с 2000... С наступающим, да, с наступающим 2007 годом, надеюсь, сейчас, подождите. Так, извиняюсь, где мой сок? Вот мой сок, значит, да. Вот, поздравляю всех с 2000, наступающим 2007 годом. 2006 год был очень годом, а уф, волк. Поэтому, да, Джак прошел, конечно. Истерика с 2007, реально, с новым 2007 годом. Ой, я с вами чокаюсь, короче. Все.